Так, ну вот, короче, 5:30 утра. А водитель сказал, как можно раньше, короче, быть. Как можно раньше быть. 5:32, Некрановка, Косино приехал. Он 5:30 выехал. Интересно, сколько он будет ехать, сколько мне его ждать. С дорогу, короче, перейти. Самое главное, дорогу перейти. Новокосино, Новокосино. А я в 5:32 приехал. 5:09, короче, выехал. Хотя по графику 5:10 выезжает. Выходной, воскресенье. Поэтому быстро, получается, за 22 минуты доехал. За 22 минуты доехал до метро Новокосино. Это воскресенье. А так 30-40 минут, 50 минут и более. Давай-давай, таксист, быстрее. Давай-давай. Блядь, ну вообще капец. Метро даже никого нету. Метро только открывается сейчас. Точнее, только что вот открыли метро. Я сейчас 5:32, короче, подъехал, да? Ну, бывает 5:30, конечно, подъезжаешь в воскресенье. Это редкость. Просто мы еще сегодня не все остановки собрали. Если он не все остановки собирает, то 5:30 он ровно подъезжает к открытию метро. А если будни, понедельник, вторник, среда, четверг, там пятница, 5:40, 5:45, 5:50 примерно подъезжает. Так, сейчас. Туда метро Новокосино. Мне надо будет туда подойти. Где я вот там буду водителя ждать? Водителя там буду ждать. Все еще закрыто. Водителя буду ждать. Вот тут вот водителя жду. Так. Ладно, я успею еще покурить. Сейчас покурим. Успеем покурить. Покурить. Ах, сколько мы, интересно, ехать. Надеюсь, минут 10 ехать, 15. Сейчас пробок-то нету, дороги свободные. Вот, ребятушки, подписывайтесь на канал, лайки ставьте, репосты. Лайки, репосты, репосты, лайки. Ну и, наверное, на этом все, наверное. Давайте, до скорого.